Подождем мою маму. Подождем, подождем твою мать, твою мать. Подождем мою маму. Подождем, подождем твою мать, твою мать. Подождем. И вон там он, сейчас он покажет, например, вот там на пересечении с вокзальной магистралью и советской, ну все новосибирцы знают. И там стояла эта девочка на синем джипе, до сих пор как помню. И она сидит такая унылая, думаю, ну, в семье скандал или что-то такое, короче. Думаю, вот варить она точно не умеет. Ну, думаю, ну, мама-то у нее варит классно кашу. Сказала, что она ничего и не варила, и варить-то не умеет. Правда, что-то предложила. Моя мама варит классно, может быть, подождем мою маму. Подождем, подождем твою мать, твою мать. Эффект Манделы. Это почему-то вся страна пела «Моя мама варит кофе». Все думали так. Я когда это узнал его спустя 20 лет, представляете? Что я мама, моя мама варит классно. В смысле, что эту песню называют? Классно, классно варит. Не кофе, классно. Да. Кто-то говорит кашу еще. «Моя мама варит классно, может быть, подождем мою маму». Подождем, подождем твою мать, твою мать. Завтракал у одной, обедал у другой, ну, ужинал у третьей. Никто это не знал, конечно. Потом, когда узнали, были скандалы. Лафа закончилась. Я больше писал песню для пацанов, конечно. Потому что 98-й год, когда бахнул кризис, я понял, всем пацанам труба. Просто настолько всех вынесло. Я помню макароны с баклажанной икрой до сих пор, там несколько месяцев. Сразу же за неделю мы соревновались на первом и втором месте со скутером. Ну, это по фиш песня. Только в скутера вкладывали миллионы долларов, и, ну, вы понимаете, да, что там его раскручивали. А я просто отнес на Юнитон эту песню. My Love, Наташа, ты какой-то определенный Наташа песня. Давайте об этом. Ну, да, у меня Наташ красивых было много, но вот до сих пор это вспоминается. Кстати, тоже новосибирская тема. But your love is elsewhere. Когда «Подождем» вышел на Муз-ТВ, так глазок смотришь в дверь, 20-30 девчонок каждый вечер. Я думал, Иванушки врут вот про это все. Это. Мусор даже было не вынести, представляете, ребят? Вначале нравится, первую неделю кайфуешь, все, тебя, ну, признали, ты царь и бог, короче, везде, в Москве в том числе. А потом начинается, ну, даже побегать в парке нельзя. Ты бежишь, а потом... Ломает, конечно, шоу-бизнес молодежь. Психоз внутренний такой, там на уровне, ну не скажу, что шизофрении, да, но на уровне такого реального папандоса душевного. А ты такая крутая, ну просто беда, но все же ты любишь меня иногда. За тачкой твоей я готов посмотреть, ведь ты всегда мне даешь за рулем посидеть. И сегодня с тем же грузом у меня. Я пересмотрел некоторые песни, я просто не работаю на концерте, да, допустим, там есть вот песня, пацанам очень зашла, она пятое место заняла через неделю на Динамит FM, это Кончита, если ты знаешь, я люблю, да, скажу тебе, это была на самом деле песня по мотивам сериалов, ну, там Кончита, имя очень распространенное, да, в Испании, у нас же, понимаете, учитывая новосибирские реалии, да, это имя имеет более глубокое значение, естественно. И люди это быстро поняли, особенно пацаны, были в восторге. То слово, уже и имя, да, как-то, ну, мне неудобно петь просто. Где-то девочка, откликнись, на синем джипе, я до сих пор это помню.
Тебе должно быть 40 с лишним. Если откликнется, сядем, попьем кофе. А ты такая крутая, ну просто